Алло. Алло. Какой она по звуку? Я не знаю. Наташа сдала, говорит, что пока ты доиграешь, и врубила сейчас, когда я стрим врубил. Пусть выдернет с розетки просто все. Сейчас. Надо делать еще быстро. А, я думал, это стиральная машинка. Ты вчера 3 миллиона выиграл? Вчера 3 ляма выиграл? Или мне показалось? А так они мне, кстати, пришли? Как вы думаете? Или меня заскамили? Пришли, ебать. Мадос. Да. Ты слышал про Луну, в нее нужно вкладываться? Ой, блядь, про Солану, в нее нужно вкладываться. Так у меня Солана дохуя, брат. Реально? Ну как, не, ну не дохуя. А, не, у меня мало, у меня 200 Соланы все. Да, ебал биток, эфир ебал, кусоса два ебаных нахуй. У меня только с эфира 40-45 тысяч долларов минус. Окей, если чуть-чуть почитать, то упал эфир на $500. $500 разделить, 40 разделить на 500, получается. Сколько? Брат, у меня 7 миллионов в эфире. Воу. И в битке так же самое. Но уже не 7. С заносиком. Уже это сколько? С заносиком, кто вкладывается, кто инвестирует, ребята. Кто покупает крипту, вы все красавчики. 7 лямов онлайн? Нет, офлайн. Идиот. А что он меня спросил, я нихуя не понимаю. Марк, состав сейчас нарушен. Вкладывайся в Солану. Угу. Волкин еще вложится, да? Не, Волкин, блядь, я продал нахуй. Что-то понимал, по-моему, было у меня 1003 долларов, сейчас вывел 800 баксов. А я этот, слышишь? Конечно, у меня была, короче, вот эта вот Луна, понял, которая сейчас выросла до 3 баксов. Я ее покупал, короче, я не помню на сколько, то ли на 15 тысяч долларов, то ли сколько. И потом она не росла, ничего с ней не было. Я думаю, да в пизду, нахуй она мне нужна, я ее продал, короче, купил битка, понял, на эти деньги. А Луна выросла, там сейчас 3 бакса стоит. Это было там почти 50 долларов. Ты ведь говорил то, что это не та Луна, нет? Это вот это у меня была, понял, которая сейчас апнулась. У меня осталось с нее пару копеек, понял? А, Луна Классик, которая? Да, которая вот новая Луна. Она была, я ее по доллару брал, понял? Ой, не Луна Классик, короче, я понял, какая. Не, Ваня, возможно, Ваня, прокомментируй ситуацию Костыча и строго, когда Костыч строго за попку ущипнул бассейн. Алло, ёп. А мы вообще, мы в Турции все друг друга по жопе шлепали. У нас такой вайб был. 7 миллионов фантиков. Ну, бля, когда я тебя за титьки трогал, ты мне не разрешал. Ну ты потому что больно делал. Оно ты... Я не делал больно. Ты мне один раз, короче, я тебе рассказываю, ты мне один раз ущипнул, короче, прям... Ты попал, короче, так пальцами. Понял? Ты немного дотронулся, у меня болело, короче, где-то дней 5, нахуй. Я тебе клянусь, блядь. Понял, ты прям захватил вот так вот. Ну, блин, мне это нравится. Из-за скорости, понял? Из-за скорости. Типа ты быстро пытаешься делать. И так чипсы, блядь. Бавария хуйня, согласен? Нет. Бавария не хуйня. Мне нравится очень много клубов. Манчестер Юнайтед. Бля, я очень люблю. Я очень много клубов люблю, чат. Я недавно, короче, смотрел такое видео охуенное, где Реал Мадрид, короче, 1.5 минуты держания мяча и гол, ебать. Так, с такой обрезанный, я того все ебал, как охуенно. Такой гол пиздатый просто. Бля, 1.5 минуты владения мячом, без единого шанса. И гол в разрез. Как же это красиво. Зря ты начал. О чем? А, в футбольных клубах? Я по правде, я пиздец фанат футбола. Ну, типа, я многого не знаю, например, там, многих типов не знаю. Но я ебать обожаю футбол, нахуй. Это вообще пиздец. Думаешь? Да. Но мне, кстати, всю жизнь, вот я не знаю, как это работает, а знаешь, это, наверное, просто как-то в душе. Мне, типа, всегда Криштиану Роналду больше нравится, чем Месси. Я не знаю, как это происходит. Вот у меня куча друзей, понял, и у всех просто по-разному. Одному Месси нравится, вот, например, Саше Симплу нравится Месси, мне нравится Роналду. Просто, вот, я не знаю, почему он мне нравится. Вот, типа, просто, он, типа, супер охуенный. Я даже помню, когда я на вручении смотрел всякие вот этих мечей, понял, там, когда Месси сюда получал, такой, ну, ладно, он тоже когда-то получит. Так. Понял. И такой, типа, бля. В смысле, когда-то. Ну, всякие мечи, когда он получал, брат, вот эти все штуки. А еще, кстати, ребята! Я полечу на чемпионат мира с Саней. Ебать! На чемпионат мира, нахуй! Короче, я пишу Сане. Я пишу Сане. Я не знаю, сейчас я скажу, где он будет. Я пишу Сане. Саня, у меня появилась новая мечта посетить футбольную какой-то матч, типа, в жизни. Он пишет, как и погнали на чемпионат мира. Где-то он будет, я не помню, как он сказал. Но там голосовые, я не хочу включать. Какой-то буква на М какое-то что-то или что какое-то слово. А, на К, Катар, вот он написал, Катар. Я даже не знаю даже, где это, брат. Я не знаю, что такое Катар вообще. Катар. Что это вообще? Так это рядом со мной, ебать. Это вообще близко ко мне. Лола, что? Что? Это Ошен-Буивка. Там Ирак, Иран рядом. Да, да, вот Катар. Возле Эмиратов. Ты мне 3 часа лететь, да? Слышно. Тебе такой радостный пиздец. Я не знаю, почему. Такой, я думаю, первый раз в жизни побываю.
Стамбул, Катар. Смотрю самолеты. Катар. А когда он начинается, чат? Ебать, я сейчас в местах побываю. Я побываю на РМРе, на турнире вот этом, блядь, аутвестном. Потом я побываю на чемпионате мира, нахуй, ебать, по футболу, блядь. Буду орать, блядь, сука. А за кого я буду болеть, блядь, я еще не определился. Ну ладно, похуй, я потом определюсь. Чат, за кого мне болеть? Куда ты, что там будет? Чемпионат мира, брат. За Аргентину? Так там Месси. За Португалию надо болеть. Там Кристик, ебать. Ладно, я хочу посмотреть составы, ладно. Сборная, блядь, сборная Франции опять будет, да, какая-то там, нахуй? Одни, блядь, одни ёбнутые игроки, блядь, да? Сборная Аргентины. Ты мне рейдал, спасибо большое, Макс. Извини, пожалуйста, я просто этот, я просто всем поделился, что я лечу на чемпионат мира. В смысле, нахуй? Блядь, можно, конечно, болеть за Аргентину и за Марадоны. Билеты уже нужно, а мы берем уже билеты. Но какие-то там билеты дорогие мы берем. Какая сборная Франции? Бля, сборная Франции это всегда какие-то неймы из вот этих... Где? Как посмотреть сборную Франции? Весь состав. Ладно, мне похуй, короче, я за них все равно болеть не буду. Мбаппе? Ты видел цены на билеты? 6к евро в финал. Не будем обсуждать это, брат. Не, у нас какие-то дороже, по-моему. Да не, не может быть 6к евро. Вы шутите? Обычно билет 6 тысяч евро стоит? Как это? Как люди пойдут на этот? А как люди пойдут просто играть? А! Ну уже что у тебя сегодня? То есть подожди, Марк. То есть обычные игры будут нормально стоить, а финал будет стоить 6 тысяч евро? Да, всегда так. Ну, обычные игры. Стоп! Это ж так не работает. Там от команд зависит вроде пропускной билет на матч. Подожди. А как у людей хватает денег покупать за 6 тысяч евро? Что за бред, блядь? Не, ну я-то понятно пойду. Но, блядь, а как там целый. А как целый стадион собрать по 6 тысяч евро? От каких команд? Ты хоть раз на матче был, блядь, фрик ебаный в чате. Первый да не ты, а, не ты. Блядь. Я типу с чата. 4 года копят, пишет. Да, чел без сапки сид пишет, я был, блядь, 6к евро платил. Куда ты платил, нахуй? Причем без сапки? Нахуй ему сапка вообще на мой канал, блядь, вонючий, блядь. Ты чё? Дядь, ты вот так думаешь? Вот тут я типов, у которых я бабок. Ну вот реально. Типов. Я не спорю, Вадим. Ну типа ты нищий по сравнению с типами с чата. Вадим, кстати, а ты нищий по сравнению с типами с чата? Ну я не знаю, ну наверное с некоторыми, может быть. Не вообще одни миллионеры. Зайди, у тебя тоже, да, бизнесмены да. Сейчас? Да. Ну питание в школе у них на неделю проплачено, нормально все там. Чё, не, брат, не, они питаются в ресторанах. Да. А, то есть они со школки в ресторан едут? Не, у них в школе, в платной школе ресторан прям. Да ну нахуй! Да. Ну, мне один тип скидывал, пусть короче, он в Дубае учится сейчас, ему Насер ед прям еду готовит, понял? А-а-а. Нам с перемены уходим, так соли.